«Газпром» постепенно сворачивает свое присутствие в Европе. Концерн выставил на продажу свою долю в немецкой газораспределительной компании «ФАОНГ». Ранее из капитала «ФАОНГ» вышел стратегический партнер «Газпрома» – немецкий концерн «Винтерсхалл Холдинг». До этого оба концерна совместно владели блокирующим пакетом газораспределительной компании. Министерство спорта России предлагает сократить расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Основные изменения коснутся строительства отелей. Согласно проекту постановления, реализация предложения позволит сократить расходы на подготовку к чемпионату примерно на 27 миллиардов рублей, или на 4%. Интернет-аукцион eBay согласился хранить персональные данные российских пользователей на серверах, расположенных в России, сообщает газета «Коммерсант». Это первая интернет-компания США, принявшая требования нового закона, который обязывает хранить личные данные россиян только на территории России. Он вступает в силу 1 сентября. Греция подсчитала ущерб, нанесенный Германии во времена Второй мировой войны. Берлин должен заплатить Афинам почти 280 миллиардов евро репараций, считает парламентский комитет, занимающийся размером компенсации. Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе визита в Берлин заявлял о том, что тема репараций от Германии закрыта. В парке Форт Грин в нью-йоркском Бруклине демонтировали памятник экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Он простоял всего одну ночь. Его установила группа американских художников-активистов. В качестве места для размещения 45-килограммового бюста они выбрали мемориал павшим в войне за независимость США.